Отечественной войны, молодежи и жителей города Луганска. Сегодня мы обращаемся со словами благодарности и признательности к тем, кому обязаны счастьем жить на земле. Мы преклоняемся перед великим подвигом, с честью несем дух патриотизма, который вселили в нас люди, отважно защитившие родную землю. И сколько бы лет ни прошло, сколько бы поколений ни сменилось, этот героический подвиг будет жить в веках. Слава, храбрые! Слава, бессмертные! Вечную славу поет вам народ! Сейчас растут, и мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути вернуть. Пожалуйста. Да, это уже полпишет.